Всем привет, Леонид Котвицкий. Чего я в таком виде, да? Ну, я не то чтобы голый, да, в трусах, не более разделся, чем на пляже. Просто я подымал уже тему про похудение и про качалку. Так, качалка, я и дальше периодически снимаю разные мысли. Вот, а насчет похудения, если заметить, это уже, ну, чуть ли не полгода ничего не снимал. Почему? Запустил себя, да. Январь, февраль, как-то я то простудился, то обожрался, не было сил заниматься кардиотренировками домашними. Вот сейчас возобновил, там занимался, но за неделю сделаю 2 раза, потом 3 недели ничего не делаю, потом сделаю, потом месяц опять ничего. Короче, вот как видите, зажирель. Зажирель, сбоку особенно видно, да, пузо. Тихо. Сбоку особенно видно пузо, да. Даже если я его пытаюсь втянуть, оно не втягивается, потому что внутри там явно висцеральный жир не дает. Да и втянешь тут все равно по боках. На заднице опять наросло. На ногах уже мышцы не просвечивают. В общем, да и так мало что просвечивает. В общем, запустился я, да? Верх еще не зажирел. Вот самый верх. Так, еще какие-то мышцы просвечиваются. А так уже жирком заплыл. И буду опять худеть. Просто снял, так сказать, чтобы показать свой стартовый этап. Итак, конец апреля. Возьмусь опять, я не буду фанатически. Нельзя фанатически худеть, нельзя начинать гонять кардио каждый день. Это может вызвать даже обратный эффект, что... Ну, не то, чтобы зажиреешь, но жир остановится и будет на каком-то месте держаться. И только день-два перерыва тут же начнет набираться моментально. Поэтому я буду... 2 раза в неделю. Так, в основном у меня много времени идет на качалку. Сейчас еще огороды прибавились. Ну и 2 раза в неделю буду заниматься. Вот сейчас я в таком состоянии. Я сейчас, как видите, мокрый и руки слегка в магнезии. Это проделал свой первый этап тренировки. У меня 2-этапная тренировка. Полчаса, потом полчаса перерыва и еще минут 15 тренировка. Это такая у меня система. Вот живот втягиваю на видео, он не втягивается. Машинально опять пузик. Пузик начинает вываливаться, потому что внутри висцеральный жир. Так, сверху вроде бы не такая складочка, а внутри не дает. Ну и разожрался, я заметил, когда вот так забрасываешь тренировки, начинает по чуть-чуть усиливаться аппетит, особенно к сладкому. А после таких тренировок, наоборот, отшибает, день-два вообще не хочется почти ничего есть. Особенно такого вот сладкого, калорийного. Ну вот в таком я состоянии, жиробасу пора худеть, буду периодически отчитываться перед зрителями, если интересно, пишите в комментариях или хотя бы плюсик поставьте, то буду некоторые тренировки снимать. Там мы еще с девчонками будем бегать на стадионе, но тоже в том году мы бегали, чисто бег по этой системе шел, тяжеловато это для непривычных, а так мы будем делать, наверное, в этом году комплексные тренировки. Значит, побегали, потом на травке расстелили одеялко, поделали какие-то упражнения. Опять побегали, еще немного упражнения. Эффект будет больше, а в целом легче от этого всего. В общем, если интересно, как я занимаюсь, по какой системе, я был уже намного худее, когда занимался собой. 2 раза в неделю хотя бы занимался. Я был, ну, килограмм, наверное, 12-15 я набрал уже точно. 12 это минимум я уже набрал с тех пор. А то было, я уже весил 79. Сейчас явно уже за 90. При том, что у меня тоненький костяк. Я от природы вообще 60-очка. Так, когда я не был накачан, то 60-62 мой вес был. Вот, так что 1,5 своих веса природных, это уже для меня много. В общем, не буду больше трындеть. Кому интересно, ставьте плюсики в комментариях. То буду снимать видео про... похудение. В целом у меня упражнения на коврике и плюс гиря. Гирю можно заменять, например, бутылкой с водой или гантелью. Система простейшая, делается в любом доме. Ладно, всем пока. Такой вот Леонид в данном состоянии. Ну, показываю себя каким есть. Так, не хочу показывать себя только идеальным. Вот, бывает в жизни всякое. Так, все мы люди, все мы чем-то заняты. Так что показываю себя каким я есть. Будем заниматься, будем худеть. Всем пока!